Просторные классы, библиотека, бассейн, актовый зал и большой физкультурный комплекс. Новая школа в микрорайоне Волгаре расположилась на территории в 2,5 гектара. Общая же площадь учебного заведения составит 22 тысячи квадратных метров. Это будет одна из самых современных школ в Самарской области. Сейчас стройка в самом разгаре. Рабочие уже приступили к внутренней отделке. Насколько качественно идет строительство, оценил глава Самары Олег Фурсов. Впервые за последние четверть века две новых школы заложены в городе Самара. Инициатором этих работ выступил губернатор Николай Иванович Меркушкин. Мы видим, что строители взяли на себя повышенные обязательства. Школа будет построена за 11 месяцев. Это в два раза быстрее нормативного срока. И если все сложится хорошо, то в середине августа школа может уже быть представлена для государственной приемки. До конца июня строители обещают завершить покраску фасада здания, а в июле полностью благоустроить территорию вокруг школы. Работают с опережением графика. Конечно же, и темпы увеличиваются, и все. Любые замечания, любые просьбы, которые у нас есть, они выполняются прямо быстренько. Скажем так, что без всяких задержек, это совместная работа с городом. Новый микрорайон Волгарь рассчитан на 70 тысяч человек. Ранее здесь уже был открыт детский сад. Теперь будет и своя школа. Она примет учеников 1 сентября. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.